Мы представляем сегодня картину, которая для нас является, как говорят, level up, рубеж. Такого кино мы не делали не только мы, но и у нас в стране, по-моему, никто. Прошло 7 лет, и кино готово. Мы хотим показать вам историю, которая называется «Викинг». Там существуют викинги, хотя это имя, которым называют главного героя, который, несмотря на то, что из рода Рюриковича, конечно, не викинг, это подлинная история, не придуманная, а мы единственным источником и первоисточником, которым мы пользовались, это повесть временных лет. Вы можете, не читая повести временных лет, которую мало кто читал, будем говорить друг с другом честно, узнать, откуда, собственно, мы все произошли. Мы приглашаем вас в декабре в кинозалы. Были печенеги, были викинги. Вот я тот человек, который скакал с печенегами. Условия были такие приближенные к боевым, поэтому где-то приходилось мокнуть, где-то мерзнуть, где-то под палящим солнцем Крыма потеть. Но, в общем, было увлекательно, потому что проект масштабный, очень интересная работа и художников, и актеров, режиссеров, ну и, собственно, постановочная часть. Этот эпизод создан специально для данного мероприятия. Это реконструкция съемочной площадки фильма «Викинг». Здесь все, что наполняет эту площадку, оно максимально аутентичное. Собиралось по деревням и, естественно, участвовало в съемочном процессе. И дрон, начиная от дрона, вплоть до колеса, телеги. Игры мы тоже старались брать именно славянские. И, в принципе, для них много чего не нужно. Это буквально веревка, которая уже может развлечь людей, либо просто палка, перетягивание этой палки. Конечно же, мы даем людям примерить образ викингов, что им очень нравится. Комик-кон — это эксклюзивное мероприятие для косплееров, для любителей игр, комиксов, фильмов. И каждый хочет попасть сюда. Я не исключение. Меня привлек внешний вид стенда «Викинг», потому что он очень атмосферный, он очень хорошо сделан, очень красивые костюмы у ребят. Видел трейлер, ну, понравилось, круто снято. Вообще, клево, очень жду, когда выйдет он. У нас давно как бы в прокате не было исторических фильмов, поэтому вот я жду, на самом деле, мне интересно. Видели трейлер в интернете, очень масштабный фильм планируется, ну, очень красивый и, я надеюсь, исторически правильно выверенный. Я думаю, многие ругают российское кино, но этот фильм, я думаю, покажет, что российское кино все-таки на уровне.